Всем привет, дорогие друзья. Срочное включение. В общем, хочу поделиться с вами моментом. Ну и узнать ваше мнение. Ну, одним игровым моментом. В общем, попал я на Кастилью. Обиделся седьмого, и произошло нечто страшное. Сейчас, секунду. Вот я поджимаюсь, еду в поджим. Значит... Обиженный 7 стреляет и не пробивает. И вот далее смотрим внимательно на происходящее. Я думаю, что я дохуя самый умный, извините за мат. Стреляю. Вам не показалось. Ну, мне тогда показалось, что мне показалось, но вам сейчас не показалось. Но на этом ничего не заканчивается, потому что этот 7... Затаил злобу. Значит, он действует как-то очень странно, я думаю, но происходят какие-то страшные вещи. В этот момент я уже просто хочу согнуть iPad. Но думаю, ладно, с третьего захода у меня точно получится. Сначала надо пиздануть по бабе-яге. Вот. Тут я говорю взводному, что там из 7 бессмертен. Он прописал Хесоям. Ему вообще похую. Значит, выстрел номер 3, да? Вообще поебать ему, в принципе, стоит. И его нахуй здесь... Мне взводный в этот момент говорит, его нет на этой карте. И он начинает его пробивать. Я думаю, ну ебать. Почему? Почему? Он не может быть бессмертен. Пошел я нахуй. В принципе, я на этот момент... ну, как... Хочу просто услышать ваше мнение, что произошло с ИСом седьмым. Возможно, ошибка моя в стрельбе. Возможно, просто, не знаю, у меня нет каких-либо комментариев больше. Спасибо за внимание. Всем пока.